последнее время ульяновцы все чаще жалуются, что не могут уехать вечером домой. После 9 вечера становится все сложнее поймать маршрутку. По некоторым предположениям, такая ситуация сложилась из-за уравнивания тарифов перевозки пассажиров в дневное и вечернее время. Как сообщил председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Ульяновска Сергей Аникин, горожане стали заложниками владельцев «Газелей», которые в рабочее время уходят с маршрутов, хотя должны работать до 22-23 часов. Чиновник заверил, что такие вольности не носят массовый характер. На сегодняшний день составлено 26 актов о нарушении договорных обязательств. Со злостными нарушителями распорядка договора будут расторгнуты.